В Первоуральске в этом году планируют оборудовать 4 пешеходных перехода. Реконструкция запланирована по программе «Безопасные дороги». Речь о переходах возле школ и детских садов в микрорайонах Магнитка и Талица. Дороги приведут в соответствии с ГОСТом, установят освещение, сигнальные огни и лежачие полицейские. Рядом с проезжей частью появится ограждение. На реконструкцию пешеходных переходов и тротуаров в Первоуральске из регионального бюджета выделят более 400 тысяч рублей. Еще почти 8 миллионов запланировано потратить на создание безопасных маршрутов для школьников. До 2023 года мы планируем на территориях муниципалитета Свердловской области привести маршруты следования дом-школа-дом в нормативное состояние, то есть построить тротуары и подсветить.